Приветствую всех друзей, подписчиков, а также просто зрителей. Сегодня мы приехали на пляж с человеком-легендой. Посмотрите на него. Давно вы его не видели, соскучились по нему. Человек-легенда. Зрители просят тебя, поздоровайся хоть. Всем привет. Пойдем сходим, Саш, купим. Фруктов я возьму. Окей, сейчас выйдет. Так, что-то хочет с собой взять человек-легенда. Коврик бери, наверное. Взял. Или давай на обратном пути фруктов купим, потом подойдем. Ага, сейчас. Да-да. Пляж сегодня выглядит у нас вот так. Денек пасмурный. Пойдем за фруктами. Так ты когда ехал бы, остановился бы сразу. А я и остановился, иду сразу покупать. Ты туда-сюда, лишние действия. Все делай по пути. Саводи тонбай. Помхиу тенмунын. Сапоротнын. Окей. Надо взять фруктиков. Будем с человеком-легендой кушать фруктики. Будешь? Ванниди Майрон. Рау Пай Вайна. Окей. Просто пайлайна. Говорю тайцу, что с другом сейчас пойдем искупаемся. День сегодня не жаркий, хороший. Сам сипат. Помтям дай. Вот так выглядит, нарезал он арбузика и ананаса. Будем кушать. Сейчас покраем. О, очень. Сейчас покраем. Клон лим. Лим? Окей. Капун края, бай-бай. Таец неправильно сейчас дал мне сдачу, я его поправил. 10 бат мне добил и извинился. Так, что говорит человек-легенда? Давайте послушаем, перебивает опять. Чего ты там говоришь, заметил? Я уже сам. Ковер не забудь. Может, не пойдем далеко? Давай пройдемся, покажем пляж, наоборот, людям-то просили же пляж показать, Саш. Пойдем как раз пройдем. Вот так у нас на сегодняшний день выглядит пляж. Но человек-легенда думает сейчас не об этом. Чего-то бормочет себе под нос про трицепс. И какие еще мышцы хочешь подкачать? Поясницу. Поясницу будет качать. Просто надо потренировать, я чувствую сам. Что они немножко подкачали? Ну, уже пора им дать тренинг небольшой. Вот так вот. Собачки здесь, посмотрите, какие очень добрые собаки. Да, тайские собаки добрые. В Таиланде очень удивительно, какие добрые собаки, прям с добрыми глазами, даже удивительно. Они очень сильно похожи на местное население, на своих хозяев. А вот так вот выглядит пляж. Вы видите, очень-очень мало народу на пляже. Очень мало народу на пляжу. Какой-то, смотрите, лысый Шприцнегер присматривается на нас. Шприцнегер? Ага. Думает, что за пассажиры такие приплыли. Хотят искупаться.
А что, видел, какой Шварценеггер? От него даже тень не отходит. Не назовешь же такого Шварценеггера. Вот так вот тайцы, посмотрите, сидят без работы. Массаж им делать некому. Туристов нету на пляжу. Целыми днями рубятся только в картишки. Вот так уныло выглядит сейчас пляж. А мы с вами находимся в районе Паттайя-парка пляж. Сейчас из-за деревьев выйдем, я вам покажу башню Паттайя-парка. Вот она у нас с вами башня Паттайя-парка. Так, ну тут массаж у нас делают. Один есть. Савади краб. Одной таечке сегодня немножко работы перепало с массажем. А это значит, она сегодня 300 бат заработала. Может, она меньше берет. Здесь это рампа брала. Тоже по 300 они берут. Так же будет стоить. Так, какой-то заборчик металлический для Андрюхи, друга моего. Но такой ему для кузницы вряд ли будет интересно. Бетонную стенку сделал, чтобы вот это все не уходило. Некоторые из вас интересовались насчет ролика с трансами. Ну, честно говоря, это Сашкина была идея. И он, что самое удивительное, целую неделю меня подбивает еще один снять ролик. Но я не соглашаюсь на свою камеру. Если я ему в этом помогу, то такой ролик с трансами мы выложим только на его канал. Правильно, Саш, к тебе будем выкладывать? Мы не то, что вы подумали. Не, ну к тебе будем выкладывать, если снимем. Подумаю об этом. Так что, видите, по поводу трансов, так инициатива... Все, вы не думайте ничего такого плохого. Обо мне. Все нормально с этим. Плохого ничего не подумайте, но инициатива с такими роликами исходит чисто от Александра. Ну вот мы пришли на место. Посмотрите, как здесь пусто. Очень слабенько с туристами. Тайцы без работы в этом сезоне страдают. Надеемся, дела у них пойдут получше. Здесь давай. Вот посмотрите, тайцы-рыбаки поставили спиннинги. Смотри, короче, открытая площадочка. Вот туда пойдем. Пускай мне солнце немножко перепадет, а ты по-любому уже не На сегодняшний день ситуацию мы с вами с пляжем увидели, как здесь обстоят дела. А мы сейчас с Александром, пожалуй, искупаемся. Ну, будем с вами прощаться. Попрощайся. Всем пока. Все, до следующих встреч.